Бедствия по коммунальным платежам жителей Сыктывкара правоохранители недооценивают. Пора активно подключиться в работу всем силовым структурам и Министерству внутренних дел, и прокуратуре, заявил в интервью нашему телеканалу член Общественной палаты региона Роман Койдан. Речь идет о потребителях, которые оплачивали коммунальные услуги через систему «Оплати по пути». В основном это жители микрорайонов Орбита и улицы Морозова. Несколько дней назад люди узнавали, что у них образовалась задолженность за 2 месяца по коммуналке. Куда ушли деньги, непонятно. В полицию уже обратились больше 30 человек. Будем контролировать опрос на, так скажем, высшем уровне. То есть будем обращаться к министру непосредственно и к прокурору для того, чтобы обратили на это внимание. Потому что у нас была прямая линия. Вот, и несмотря на то, что в пятницу она была на прошлой неделе, несмотря на то, что в четверг вот было огромное количество уже обращений, второй звонок звонила женщина потерпевшая, у которой пропали деньги, а сотрудник полиции, он, в общем-то, представитель, да, он толком ответить не смог, на какой стадии где чего находится и какие были приняты решения. Вот я все-таки думаю, что количество именно обращений, ну, потерпевших говорит о том, что к этому случаю надо, ну, более, так скажем, внимательно относиться и взять на контроль. По примерным подсчетам, сумма ущерба уже превысила 1 000 000 рублей. В среднем с каждой квартиры за 2 месяца ушло платежей на сумму свыше 10 тысяч, а только в Орбите несколько десятков многоквартирных домов.